сами. Института для вручения дипломов об окончании училища построен начальник генерал Горбунов. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал майор! Поздравляю вас с выпуском с филиала Академии тыла и транспорта. Караула Большего финала военной академии тыла и транспорта. Впервые показательные выступления роты с усиленной строевой подготовкой на этом плацу было продемонстрировано на выпуске в 1982 году личным составом 26-й роты по инициативе начальника училища генерал-лейтенанта Толмачева Николая Михайловича. По показательному выступлению подразделения можно с уверенностью сказать, что они с честью и достоинством продолжают традиции строевой выучки своих предшественников. Лейтенант Кусмаров, Бронин, Мишустин, Андреевский. Торжественным маршем
проходит личный состав выпускников 14-й роты. Возглавляет колонну заместитель начальника факультета подполковник Егоров Дмитрий Александрович. Лейтенант Ткачев, который генерал-майор Лизвинский Виктор Владимирович, руководитель Департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. Во-первых, мне бы хотелось бы отметить о том, что прославленное Вольское училище, которое сейчас является филиалом Академии тыла и транспорта, не просто прославленное, орденоносное, она увеяна огромными традициями. И мне приемлемо то, что эти традиции чтутся, и не только профессорско-преподавательский состав, не только курсанты, будущие выпускники которые, но и выпускники на деле своей практической жизнедеятельности чтят, помнят, не забывают данное училище. Что бы мне хотелось пожелать им? Во-первых, то, что они получили те знания в стенах прославленного училища, воплотить их в практику. У них есть хороший задел, практические действия всегда показывают, как же все-таки обучали теоретически в стенах прославленного филиала.